Приветствую, друзья мои, в гостях на своем канале Старый Кролик готовит. Некоторые из вас знают, что я собираю рецепты из яиц, яичницы, омлеты, всякие закуски. Сегодня хочу вам показать один из омлетов испанской каталонской кухни. Он так и называется. Омлет по-каталонски. Опять же, есть же варианты в ингредиентах. Самые основные – это яйца, белая фасоль и колбаса. Называется бутифара. Это свиная рубленная колбаса. Она бывает готовая, сырая, кровяная. Естественно, у нас я не нашел. Я заменил свиными купатами. Ну, собственно говоря, пошли в горячий цех. Немного оливкового масла. Колбасу порезали на толстые пятачки. Масло разогрелось. Обжариваем. По мере готовности переворачиваем. Колбаса поджарилась. Добавляем белую фасоль. У меня консервированная. Греем. Минуты 3-4. За это время разбиваем яйца и делаем смесь яичную. Посолю, поперчу. Не обязательно, но сюда добавлю паприку копченую. Она придаст еще более приятный вкус. Выливаем яичную смесь. Чтобы не прилипало с боков. Здесь два варианта. Можно перевернуть, можно накрыть крышкой. Несколько минут еще и готов. Омлет по-каталонски готов. Приятного аппетита. Спасибо вам, что забегаете, смотрите, готовите наверняка. Скоро увидимся.